Yep. Всем здрасте, ребята, всем привет. С вами, как всегда, я, Лёха. Мой ник Антаро Адун, и вы находитесь на канале Hard Play. Всем хорошего просмотра. Мы погрузимся, пожалуй, в серию по Fallout'у. Значит, друзья мои, пойдемте в сторону института, это все рядышком, бегать, в принципе, особо долго и не придется. Это все очень близко. Вот они, собственно, развалины института. Ну и пойдемте еще. Сегодня, вообще, на самом деле, очень интересный стрим, ребят. Я напомню, что на том стриме мы с вами нашли ученого из этой лаборатории. Побывали с вами в такой жопе, если честно, что даже и самому страшно сказать вообще, где мы были. Потому что я сам, если честно, даже не понял, как вообще, в принципе, можно было за край карты уйти. Причем там задание, миссия. Познакомились мы с детьми Атома. Вот, так что как-то так. Слоумо при беге. Как-то это очень странно. Вот у меня сейчас на телефоне, я сам себя смотрю, ничего не лагает. Все в порядке, друзья мои. Вы не обманываете, ребят? Ави, Арт. Слушай, дропов нет. Ничего нет. Посмотри, пожалуйста. Завтра на фан-стриме видос ты нафиг. Гарри Поттер в России. И второй момент. Смотрел твою нарезку с игрой «Червяки» в 3D. Там название «Arms 4 Mine». Угу. Окей, спасибо. Странно, братцы. Странно. Странно, что вообще лагает. Дропов ноль. Вот я вам прям не обманываю. Вот смотрите, видите? Дропов ноль. Так что очень странно, что... Не-не, я вам верю, ребят. Очень странно, что она вообще лагает. Может быть, какие-то настройки сбились, я не знаю, но... Странно. Ну. Но я даже не знаю. Это как-то очень странно. Фризить вообще, ребят, не должно, потому что... На моих стримах вообще ничего не должно стримить, это очень важно, и все должно быть четко. Попробуйте, ребята, может быть, у кого лагает немножко качество, сменить, и все будет норм. Не забывайте, что иногда подгружается эта сама игра, ребят. Вот я, допустим, сейчас бегу, вот сейчас вот немножечко есть подгруз, но... Итак, вот они развалины, ребята, института. От ученого мы с вами нашли то, что... И дождь, прикинь, пошел. Обалдеть, тайминг. От ученого, ребята, института мы узнали, что... Вот это развалины, да? Давайте их вообще обследуем. Здесь, на удивление, нет радиации. Института, ребят, как такового нет. Поэтому его никто не может найти и наказать этих ребят. Фишка на самом деле, ребята, в другом. Фишка в том, что в институт ведет телепорт. Чтобы открыть этот телепорт, нужно кого-то убить. Какого-то там чувака, который вообще занимается всеми этими телепортами. Короче, там целая наука, целая схема. На самом деле не понимаю, зачем вот сюда вот... А, я так думаю, наверное, это оттуда спуск. Хорошо, давайте не будем мозги... Сыктымить нам по заданию. Будем идти четко по заданию. Настроиться на радиоволну охотника. Сигнал охотника. Выследить охотника по радиоволне. Тихо. Ага. 13.90. 13.33. Стоп. Опа. Пошел контент. 19.
А ну-ка мне Гаусс в руки дайте-ка. 22. Все, да? 24. 28. Хм. Интересно. Они через... Подождите, подождите. Это где-то здесь. Так, ну допустим. Мне кажется, это через вход. 100% через вход. Я просто на 1000000% уверен. Через вход и направо. А ну-ка. Чики-брики. Хм. Сейчас проверим. Может быть, где-то какой-то подвал. Может, сейчас найдем. Не переживайте. Ой. А, здесь супермутанты их штурмуют. Воу. И там конкретные бои у них идут. Смотри, синтами поливаются. Так, включаем легендарный супермутант. Опачки. Здорово. Обалдеть, а где же вы там? Вон, вижу. Тихо. Не понял. Кого? Ага. Еще есть кому что сказать? Спасибо, Бизончик. Спасибо, родной. Импульсная мина. Синт. Ля какой. Что-то мне вот этот вот супермутант легендарный, как-то он... Кажется, он что-то начал понимать. А у нас с вами пакеты крови есть, вообще насрать на все. Не понял. Вижу подъем. Вижу. Что-то он какой-то не сильно... Что-то он какой-то не сильный и легендарный был. Либо у меня подруб. Я не понял, а чё за... А чё за войны здесь такие были? А? Ты посмотри, они сколько синтов здесь вырезали. Опа. Неплохо. Но я не сюда зашел. Сигнала здесь нет. Значит, сигнал на улице. Хорошо. Ну, я так думаю, что он на улице. Хотя могу и ошибаться. Сейчас пойдем. Поищем. Давай спрыгнем, я думаю. Опа. Нет, братцы, здесь сигнала нет. Хм. Очень интересно. Очень интересно. Может быть, просто обойти с той стороны? Как же сделать? Опа. Вот он опять сигнал. А, я через другое, смотри, вышел. Не понял. Тихо. 10, 76, 7, не туда. 11, стоп.
18. Здравствуйте. 22. Опачки. 26. Оно. Оно родное. 27. Ой-ой-ой. 28. Опа. Ну-ка, родной. Да, после Гаусса мало кто выживает, даже легендарки. Опачки. Ля какой. Не дурно. 32. Правильно идем, друзья мои. Не понял. Откуда звук? В ночи. 35. I am not here. 37. 39. Все, да. 42. 43. Ха-ха. Все, да. Все, родные. 43, 86. 45. Дядя Лёша. 47. Да. А ну-ка, чики-брики. Держу в курсе. Опачки. Не понял. Серьезная дама. Сорок пять. Не понял. I'm not here. 48. Хорошо идем. Ух ты! Ты чё, родной? Я сейчас могу встать и зайти. Опа! Так мне сюда и надо. Так, включаем ваковый режим. Ну, это все, это сейчас. Держи в курсе. 40-й левел. О, патрончики на дробовик. Вот это уважаю. 58, 57. 54. Все, уже пошло не то. Да господи, что же вы там все никак не угомонитесь-то? Максимальный уровень сложности. Я карабины прокачал так, что любой выстрел с карабина — это сразу похороны. Кого? Да, карабинчик у меня прокачан просто жестко. Не понял. Откуда? Ага, понял. Понял, принял. Обнял, поцеловал. Как голова у тебя в целом? Держи в курсе. Где же ты, родной? Тихо, 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 тихо. 56. Сейчас, одну секунду, 58. Сейчас мы найдем его. У них, кстати, вот здесь вот лежит очень хорошая вещь. Угу. 50. Там был самый ближний сигнал. Самый ближний. Опа. Плюс лего. Красиво. Так, пробуем вот здесь пройти. 55. 58, друзья мои. 60. Иду правильно. 62. Так, срочно покушать что-то. Эх, яблочко, да по тарелочке. Омлетик. Так, хорошо, идем. 64. 66. Я ведь правильно иду.
Not. Me not here. 68. 67. А, зараза, а. Нормально я там. Чуть не... Нашел кое-что. Мин нет больше? 73. Где ж ты, родной? 75, вот где? Где-то. 73, где-то что-то здесь. 72, ну-ка. Сейчас. Тю. Ага. Да кто-то там разговаривает со мной в ночи. Тихо, пробуем. 71. Так. 75. Так. 79. Так, родной, давай, держим напругу. Достали гаусс-пушечку. Ой, как близко. 81. Где ты, родной? 84. Где? Восемьдесят семь, нашел. Давай, родной. Так, выставляем сразу. Есть какие-нибудь грены хорошие? Есть. Так, сразу. Так, опасно, опасно. Опасненько. Так, чтобы качнуть. А, я долго думать не буду, я человек простой. Я броню, ребят, по фулов сейчас вкачаю. Так, и осколочную, пожалуйста, мне на пятерочку. Очень хочется, да. Сейчас. Сейчас, мои хорошие. Все, да? Где? 90. Ну, давай, девочка. Где? Ну? Какой-то, сказали, мега жесткий тип здесь будет. 90. Да ладно. Восемьдесят восемь, да ладно. Погодите, а где ж ты, родной? А куда ж ты приныкался, родненький? 88. 84. А где ж ты, родной? 87. 89. Опа. Чики-брики. Чпунька. Спокойно. Понял. Понял. No. 87. Где-то здесь. Он где-то... Он что, убегает? Стоп, он движется. Где ты? Ну? 92, давай. 93. Давай, девочка. 92. 89, где он? Он здесь. 90. 85. Куда ж ты? 88. Где же, куда же ты делся? 83. 84. 91. Ну где, родной? 93. Где ж ты? Родненький, куда ж ты от папы-то убежал? Он либо в здании. Он либо в здании. Девяносто три. Ой, как близко. Сюда. Опа. Тю. Вот ты мой родной. Так. Понял. Все, спокойно. Так. А вот теперь дяде Леше надо где-нибудь поспать. А посплю я... А вот теперь мне нужен сейф. Так, запоминаем, где он. Да, хер ты тут что запомнишь. Да, я в себе уверен, поехали. Очень надеюсь, что у меня все получится.
Поехали. Если сейчас я промахнусь первым выстрелом с Гаусса, то будут похороны. 6400 онлайн, друзья мои, здравствуйте. Опа, все, да? Где? Тихо. Напруженька. Я... Тут что-то было. Тут что-то было. Пока ничего не лутаю. Радио надо выключить, да. Так, все, мы уже его нашли. Так, пошел вак режим. Сколько у меня там? Кто же? Охотник на втором этаже. Стрелять на поражение. Если будут другие, отправляйте подкрепление. Ну давай. Где ж ты, родной? Опа. Поехали. Ага. Да-да-да, я, да. Ага, ага. Еще разочек можно? Еще разок. Есть желающие? Нету? Ну, молодцы. Кто-то скажет читы. Только преданный зритель скажет, что Лёха вак-машина. Твою мать. Это что такое, я не понял. Ёпта. Что там? Родные, это что за... Твою мать. Понял. Что там происходит? Сколько их всего? Много. Сейчас скажу, не поверишь. Со смеху умрешь, я один дурачок. Не понял. Что там за... Ребят, я... Мне реально уже туда стрёмно идти. Я хз, кто этот охотник, но... Здесь надо будет все облутать. Здесь воистину очень много дропа. Я не знаю, сколько он здесь людей поперебил. What? Твою мать. Опа. Так. Да, ну понятно. Ну, тут как бы ясно. Тут вообще с самого начала на самом деле все было ясно. Понятно, все ясно. Опа. Я, ребят, основное буду брать. Ладно, вот эти ящики, потом вернемся. Самое главное, мне патроны на дробовик. Вот разные, вот такую вещь брать. У меня очень мало патронов на дробовик. Хопа. Хопа. Максимальный уровень сложности, да, верно. Ясно. Ясно. Не понял. А, псы, а. Нормально вы, парни, здесь. Чу-чу-чу-чу-чу-чу.
В этой игре, ребята, тем более на этом уровне сложности, нет доводок, недоводок, а то там... Вы наносите на 2% больше урона по конечностям. Здрасте. Здравствуйте. Не понял. Кто пукнул? Что за звук в ночи? Да кто же он такой-то, а? Кто же тебя так охраняет? Баррикадируйте лестницы и коридоры. Ага. Сейчас, родной, сейчас. Ага, ну это было ожидаемо. Это слишком ожидаемо для этой игры. Когда ты с лоу-граунда поднимаешься, по тебе уже начинают... Ой-ой-ой-ой-ой, вот это вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-о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 й. Вот это вот у меня что-то... Аимбот сбился, сорян. Это сбился аимбот у меня два раза. Прошу прощения. Воу-воу-воу-воу-воу. Чё там? Да кто ж там такой-то, а? Что ты такое? Кто там? Вашу мать, да кто там? Оттуда просто фарш вылетает. Нихера ты. Мам. Ты понял, да? Нормального парня. Нормального здесь. Да ладно. Чё? Кого? Еще раз. Не понял. Твою мать! Нет! Криамина! Криамина? Кого? Чё, родной? Вы угомонились там, нет? Ага, слышу звук. Слышу, слышу, моя хорошая. Да кто же он там такой-то, мать его? Кто ж там... Ты посмотри, что здесь творится. Я не пойму, с чего он такого... С чего он так поливает? Их разрывает просто на тряпке. Так, секунду. Пьем. Обалдеть. Сейф, да было бы где, ребята? Ни одного спальника, мать его, нет. Ни одного, ребята. Ребят, у кого подлагивает, просто чуть-чуть качество поменьше поставьте. Не понял я, кого что здесь так? Ну-ка. Чё вы? Чё это такое? Чё так тихо? Не понял я. Твою мать! Вот в этом вот вся игра. Вот вы, вот, вот вы понимаете, вот... Ага, ага. Прям на уровне... Рожа она у вас взорвется. Мать их, я даже не пойду туда. Так. Добро. Братцы, кто же вас... Разорвал-то так. А? Как же узнать-то? Кого? Чего? Ага. Не понял. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Это сколько их тут топает?
еще, родной. Вы ёпта, откуда? Вылезли-то все. Понял я. Понял я. Держим, держим, держим на пружинку. Как же вас пушат? Я понял. Мать твою. И все с ядерным оружием. Все. Понимаете? Просто все. Хоть бы один был просто с дробовиком. Ой, не, не надо мне с дробовиком. Ага, 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 ага. Тут все везде заминировано. Просто все везде. Тут если ходишь, короче, лучше вообще... Ватсон, 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 все проверять. Ядерные батареи, ядерные, все на ядерных батареях. Потом вернусь, если вообще выживу здесь. Я думал, сейчас зайду этого охотника. Опа. Хопа. Что это за терминал? О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это мы на этаж выше поднялись. Это терминал, скорее всего, будет по отключению. Управление турелями. Все, до свидания, все турели. Все отключаем. Опа. До свидания. Все, перестал работать, я ее даже не слышу больше. Ага, и где здесь подстава? Мел. Какой черт меня вообще сюда понес? Твою мать, чуть не обсерился. Не-не-не-не-не-не-не. Ну вас нахер, что происходит-то? Жесть просто. Где турель, я не пойму, стоит? Где-то турель работает, этажом выше, что ли? Твою мать. Еще раз. На, в тело. Туда же еще. Как он вас-то не убил? Ребят, дайте по-братски. С пусковыми, мать их, установками стоят. Вы сейчас серьезно? Это вообще нахрен законно? Простые NPC в локе стоят с пусковыми установками? Серьезно? Где? Кто пукнул? Хопа! Чики-брики. Ясно, легендарка. Опа. Опа, 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 попа. Не попал. Тихо. Не заигрываемся. Сука. Ой, хорошо разлетелся. Я его прям услышал. Прям. Или ему что-то оторвало? Ну? Сука, какая. Мхась, а. Тихо, живем, 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 живем. Что-то покушать нужно. Все пьем, все едим. Спокойно. Ядер-колу бахнем. Все зависимости. Так. Живем, братцы, живем, живем. Так, потихонечку отхиливаемся. Медленно, но отхиливаемся.
9 патриков, ребята, сейчас будут похороны. Но, с другой стороны, я зато спокойно дойду, вы понимаете, и начну... Я спокойно до него дойду и с гаусса его бахну. Главное, чтобы не было близкого расстояния, или он ближнего боя не был, этот охотник. Если он будет ближнего боя... Твою мать, как же вас здесь всех разворотило, а? Кто же он такой-то этот? Так вот, твою мать! Мать вашу. С чего он там, он... С пусковой установки, что ли, он долбит? Дрын легендарный, ребят, все потом посмотрим. Я пока не... пытаюсь здесь просто как-то... понять, что здесь вообще... Ну, пойдем. Да я чуть... Вы представляете, он... Ага. Ага. Ёб твою мать! На ступеньке, прикинь, была растяжка. Прям на ступеньке. Господи. Ага. Длинный прямой коридор. Это первый признак какого-то... Ага. Ясно, дурачок. Не понял, я ж тебе в каску попал. Хопа, хопа. Тихо. Опять вашу мать, ловушки эти. Ага, и вот отсюда бы мне накрыло. Просто жесть какая-то. Я вот, вот это, ребята, вот это хардкор. Каждый шаг ваш, каждый божий шаг здесь подразумевает под собой смерть, понимаете? Каждый шаг вы можете... Вы можете ящик открыть и умереть. О боже. Вот это я вовремя сюда заглянул. Так, родной, терминальчик. Тихо. Чё за звук? О, сейф. Сейфы какие-то в стенах. Чё тут только нет? Это... Да как же тебя открыть-то? Патрон-дробовик, умничка, еще 6 патронов. Вот это мне очень нужно. 12 ракет. 12 ракет, Карл. 12 это очень-очень-очень много ракет. Это не просто так дается. Это звоночек, это не звоночек, это гудочек, я бы даже сказал. Обалдеть. Сколько же они мне ракет-то здесь дали? Подождите. Стоп, где ракеты? А, ну ракеты, наверное. Подождите. Где ракеты-то, я не вижу. Пусковую вижу. А, вот. 19 ракет. Вы понимаете? 19 ракет, Карл. Я вот 9 штук их скину. Кстати, техническую документацию это мне нужно. Спасибо, ребят, вот это вы вот сейчас годно сказали. Так, все тихо, спокуха, не расслабляемся. Обалдеть.
Чё ж там за Пётр-то за такой? Солдат рядовой. Обалдеть, вы кто вообще? Почему вас стрелки охраняют? Я не понял. Стоп, терминал. Это что-то там, видать, еще. Опа. До свидания. Все, отключаем. Турели отключены. Раз. Оптическая ловушка. К чертовой. А, активировать. Не надо мне активировать. Да, не то. Прожектора. Ага, прожектора выключены. Все, умничка. Не понял. Так, и вот здесь терминальчик. Grasp Giant. Спасибо, ребят, за сабы. Спасибо. Вы даже прикиньте, как вы отвлеклись. Вот это лучше, я говорю, ребят, комплимент стримеру. Как бы, может, это, не знаю, глупо не звучало. Когда нет ни донатов, ни подписок, это значит, вы все понимаете в этом. То есть вы все в игре. Это очень круто. Это мне лучший комплимент, на самом деле, братцы. Спасибо вам огромное. 7К онлайн. Боже мой. Seriously? 40-й левел, да. Да давай, угадай, боже мой, слово. Чё-то у меня хакерские навыки сбились. Going. Управление замком каким-то. Стоп. Активировать. Нет, не нужно мне активировать. Управление турелями. Все, я уже их отключил. Все, еще раз проверяем. Все отключено. Все выключено. Прожектора. Все. Все выключено. Ну чё, аниме? А ну чики-брики. Кстати, у меня оружие, видели, не перезаряжается. Во. Хопа. Я вас понял. Нихера себе. Есть у меня, ребят, для вас сюрприз. Ну-ка, дурачок, вылези-ка. Там расскажешь, как дела потом. Прикиньте, с Гаус пушки. В голову, сколько у нее урона. Если с этой пушки в голову, я даже не представляю, сколько она урона выдает. Вы представляете, сколько с Гауса в башку? Все? Угомонились? А, ну конечно, да. Я даже с... А турельки-то я вам подключал. Опа. Где девочки-то? Ага, вот она, девочка. А это вы поняли, да, байтовое место какое? Ты типа, браток, давай, заходи. А мы тебя отовсюду будем... Давай-давай. На тебя. Не понял. Ты, дурачок, с чего там стреляешь-то? В ногу просто. Давай-давай, родной. Давай-давай, родненький. Бубенцы прикрой. Прикиньте, если бы я не выключил здесь всякие ловушки, херушки. Что за звук? Тихо. Так, левую сторону чекаем. Сука, по-любому где-нибудь мины стоят. Чекаем, 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 чекаем. Спокойно. Аж мне интересно стало. Братик, мне это как интересно, ты себе не представляешь. Ага, ага, ага. Ага, да, конечно. Дядя Лёша, вы... Не понял. На дощечке, наверное, наступишь и... Полетишь, знаешь, куда? Тихо. Опа. Просто решил отправить душевный донат. Спасибо тебе, братан, за твои стримы. За то, спасибо, родной, да хорош вы чё, ребят. Ты лучший стример.
Да, хоть ребят. Я не знаком с тобой в жизни, точка, но я точно уверен, что ты душевный человек. Ребят, кто меня в реале знает, а таких огромнейшее количество людей. Я... Мои коллеги по цеху, я открыт для всех всегда. Для каких-то здравых идей, еще для чего-то. Я могу быть очень загруженным и не уделить достаточного количества внимания кому-то, но подписчикам я всегда стараюсь уделять внимание. Так что, спасибо. Все, да, поехали. Господи. Спасибо. Опа. Чики-брики. Так, вак режим включен. Ну чё, девочки? О, тё-тё-тё-тё-тё-тё-тё-тё. Ага. Да-да-да, большая комната, никого нет. Ага. Ку-ку, ёпта. Вот вы и спалились, дурачки. Ага-ага. А тут какая-нибудь турелечка где-нибудь. Я вас по ватсу пробью. Все по IP шкила пробивает, я вас по ватсу пробью. Все, да. Хопа. Это самая стрёмная и долгая миссия, которая вообще самая напряжная. Вы прикиньте, сколько раз здесь можно умереть. Опа. Очень сложный. А у дяди Лёши есть такой навык. Опа. Очень сложный. Дядя Лёша, он... Кто-то скажет, угадал. Не понял. Дверь открой. Понял. Получение доступа к замкам закрыто. Все, понял. Я пролистываю просто. Замок деактивирован. Открытие дверей. Так, ждем. Ну все, тап, да? Ага. Опа. Не понял. Я на лифте туда хочу, я не хочу пешком идти. Я терминал открыл, эй. А, это все ждать надо, о боже. Я понял, ждем. Все, базару ноль. Надо ждать, да вообще без Б. Ну да, троеточие, типа, открытие. Наверное. Или нет. Или да. Или нет. Ну типа, назад. Состояние закрыто. В смысле? Братцы, или лыжи не едут, либо... Я дурачок. Скорее всего, второй вариант. Ну, нету, видите, ничего. То есть только назад и все. Жди, все, все, ждем. Без Б, ребят. Ну, я-то не проходил эту игру, братцы. Я поэтому и туплю. Тупить не стрёмно. Как так тут? Ясно. Все, понятно. Сидим, ждем. 2 hours later. Замок деактивирован. Открытие дверей. Ясно. А, ну то есть они мне говорят. Ясно, да. Угу. Короче, о боже мой. Игра, спасибо тебе. Дай бог здоровья, а. Ну ладно. Чё, пойдем. Да я, ребят, только что нажал. Только что нажимал я. Ладно. Окей. Баг, да? Баг словил. Ну ладно.
Не, ребят, ну я подождал, я все сделал, как там написано. Yes. Не, может, конечно, там... Казалось бы, к чему здесь ядерный блок? Ты нихера себе. Тихо, тихо. Пробирки. Кто из пробирки, ребят, плюс чат? А, у нас здесь все нормальные, да, люди? Ясно. Тихо. Вакмен поднимается. Опа. Опа. Хопа. Опа. Все, да. Я не знаю пароль, честно. Я тебе не верю. Понял. Слышь ты. Ладно. Пейте, дети, молоко. Там, короче, робот. Я его не боюсь. Я-то думал, что-то серьезно, а это робот. Так. Опа, наугад, смотри. Оп. Ясно. Забаговался здесь все, что ли, забаговано, я не пойму. Здесь все забаговано в этом месте. Место грандиозного бага. Господи. Господи, помоги найти пароль. Почти. Ну, здесь-то откроется, я надеюсь, дверь. С божьей помощью. Открытие дверей. Я жду. Ну, опять двери закрыты. Там дроп лежит. Откройте. Никакого праздника. Ну, откройте дверь. Сука. О! Господи! Спасибо. А я вам говорил. Сука, что за тайминг? Господи, помоги, а? Господи, давай. Господи, помоги найти пароль от двери. Опа! Войсе. Scotty doesn't know the feeling in me. Серьезно? Хопа! Ясно. А что там-то хоть лежит? А где, я думал, хоть ядерный блок какой-нибудь положите. Ты... Хопа, с первого. Металл. Салар. Драун. Ясно. Хоба. 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 Да господи, да как ноль совпадений-то? Да что ж такое? Я сложный терминал с первого раза открыл. Майор Вайт. Yes. Спасибо. Открыть дверь. Господи. Дайте, пожалуйста, откройте мне дверь. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Очень хочется дробь весь забрать. Откройте. Адская машина, открой дверь. Ясно. Фу, блядь. Как это так-то? Да в смысле вы мне сюда положили какую-то ерунду? Где блоки ядерные? Нахер? Я что сюда за кофейником дверь открывал? Не понял. Я сейчас принципиально на первый этаж спущусь. В смысле? Что за наедалово? Откройте дверь!
Дай бог вам здоровечко. Два ядерных блока. Я могу теперь, я не знаю, свой магазин с ядерными блоками продавать. У меня уже в скопе их. Я даже боюсь представить, какое у меня количество уже ядерных блоков. Там 19 лежит. Это только в замке. Хопа. Хопа. Опа. Это самый жесткий квест в этой игре, я вам отвечаю. Это просто... Ку-ку. О, тю-тю-тю-тю-тю-тю. О, пивко. И дверочку за собой закроем. Так, а тут что? Опять какая-нибудь подстава, да? Ну, такие, такие вообще просто... Крысиный яд. О, чипсики. О, документация техническая. Кстати, я уже ее много собрал. Вот что крест животворящий делает. О! Я человек не пьющий. Алло, это недавно оборованный шпак. У нас тут дело похлеще, да. Я человек не пьющий. У нас тут царь. С ножом. С кинжалом. Холодное оружие. Опа. Сейчас Марина скиле влечу. Не ждал, да? Видал? Ты себе даже не представляешь, что у меня с собой есть. У, сука! Я тебя понял. Да выключите вы эту музыку напрягающую. Нифига я ему с дробана дал там. Э! Вертухай. Где он? Ух ты какой! А так он еще и невидимка! Да пошел-ка ты нахер! Дурачок! Я тебя понял, все, включаю Вакмена. Давай, родной. Ага, ага. Давай, родненький. Давай, давай. Давай, родной. Только малейший пук. Ага. Ты не представляешь, но в этот раз даже игра на моей стороне. Давай, родной, выходи! Бам! Набираю заряд. Давай, родненький, вылезай. Ну, сука. Вылез. Упал, отжался. Наталья, морская пехота. Это что, охотник, что ли, был? Я-то думал, там сейчас... Я не знаю, волшебник в голубом вертолете какой-нибудь прилетит. Это что, охотник? Еще жажда. Да ладно. Все, что ли? Ого. Охотник жертва. 1200 опыта, еще и прокнулось тройной опыт. А можно как-нибудь где-нибудь сохраниться, пожалуйста? Вдруг внезапно захотелось сохраниться. Знаете, вот бывает такое. Ты такой идешь, идешь, и тебе прям очень захотелось... Ты кто, мать? К1-98, ты кто? Hey. Ты чё, меня повернула голову, что ли? Me, если хочешь убить меня, давай. Да не, ну чё ж я... Изверг, что ли, какой-то, я... Я не хочу умирать. А кто хочет-то? Вот и поговорили. Хороший разговор.
Не, ну толстяка мне я не буду брать. Во-первых, он не влезет. А ну-ка. Да не, ребят, куда он мне? А ну-ка, открой-ка мне дверку. Чё это вы тут припрятали? А ну-ка. Кембридж? В смысле? Я в Оксфорде учился. Мать, ну-ка подожди-ка. Кап... Стоп, это тоже что ли какая-то? Эй, он это заслужил. Я знаю, что ты здесь не из-за меня, но я в ловушке, я сама не смогу уйти. Ты кто? Открой дверь, тогда и поговорим. Я не сбегу, честно. Похоже, пароль у тебя уже есть. Веди его, чтобы разблокировать терминал и открыть дверь. Она синт. Ах ты. Ага. Ну давай. Если что, мой дед Ган наготове. Она не пристрелит? Надеюсь, нет. Опа, чики-брики. Я только малейший пук сразу будет. До свидания. Ты шо ж здесь дверьми... Баба-то с подвохом. Надо отойти от двери. Да шо ж такое-то, а? Да шо ж я с дверьми-то, у меня такая эпопея-то здесь. Подождите, жду. Так. Включить лифт. Управление дверью. Открыть. Я стример, ребят, поэтому давайте не будем как бы за живое это. Господи, открой, пожалуйста, а. Святой водичкой надо окропить. Опа. Я сейчас себе лампочку в рот засуну, если дверь не откроется. Хоба! Так, спасибо. Даже не знаю, что и сказать. Ты кто? В институте меня называли К198, но я называю себя Дженни. Я синт. Как ты, наверное, догадываешься. Я знала, что за мной пошлют охотника. Просто не думала, что он найдет меня так быстро. Я даже думаю, что смогла бы уйти от него. И потом меня поймали эти наемники. И прошло то, что произошло. Еще раз спасибо за помощь. Я сначала запасусь всем. Дальше я справлюсь сама. Содружество не прощает ошибок. Если я хочу выжить, мне придется всему научиться самой. Может, мы еще встретимся в другое время, в другом месте. Я надеюсь, что встретимся. Лё, какой синт хороший. А где спасибо? Ты марафонец, что ли? Ты чё, родная? Спасибо. Ну, тут другое дело. Твоя помощь мне больше не нужна. Вот так вот и спасай людей. Ну а где хоть? Дайте хоть что-нибудь-то. Чё, Най, хоть какую-нибудь личинку, что ли, не могла отложить? Которую бы я потом продал задорого. Ну как так-то? Давайте лифт, я не знаю, вызову. Ну как? Ну почему так? Давай, хорошо, хорошо. Да я просто так вообще, я... Зимой снега не допросишься. Где лифт-то хоть? Давайте все вниз смотреть. Ты чё, родной? Господи. Стране нужны герои, а дальше сами знаете. Я не пойму, я куда, в ад, что ли, еду? Стой! Так, надо что-то скушать перед выходом.
Пивка надо бахнуть, во-первых. Я вообще всегда пивка, когда очень волнуюсь, сразу прям чики-брики. Кстати, ребят, приятного всем, кто сейчас пивчик там может быть, да? С чипсоидами. Сейчас я наговорю, сейчас по-любому кто-нибудь побежит. Хопа! Не понял я, куда бежать-то? Окей. Мне кажется, он что-то, мать его, знает. Так, а куда бежать-то? Вы мне хоть намекните, я не знаю. Как теперь выйти-то отсюда? У меня же это, клустра... Как ее? Короче, фобия. Боясь замкнутых пространств, я даже в лифте не езжу. Потому что у меня его нет. А, нет. Сцену с фильма Ви напомнила, не говори. Реально стрёмно. Ребят, крышу... Да я не пойду чекать, ничего страшного. Я сейчас... Ребят, надо как-то выжить. Надо сейчас просто убежать и поспать. Господи, как я люблю свою помпу, а. Вот он, мразь. Бам, ёпта. Сука, бежать, 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 бежать. Алёша, беги. Беги, беги. Всё, да. Сука. Ну, да как, блять? Ну, ну нет. Ну багнутое говно, блять. Сука. Ой, блять, а. Засекайте время. Здорово. Рейдер. Ну, бывает. У меня, ребят, своя дорога. Че, думали, я с вами стреляться долго буду? Это вы, братцы, глубоко ошибаетесь. Дядя Леша, тут своя атмосфера. Вечного праздника. Главное не сдохнуться, а он, по-моему, в нем не сдохнется, если не ошибаюсь. Кем-то перестреливаются, ребят. Я сейчас выйду, я миную два блокпоста сразу. Тупо здравствуйте. Че по миссионерам? Все хорошо? Ну ладно. Ты че, родной? Все у тебя хорошо? Я слышу, 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 кто-то там мне не рад. Ух, ёб твою мать. Вы чё, родные? Вы кто? Свидетели Иеговы, что ли? Вы мне, дядь Лёш, что выйти дайте. Нихера вы там с монтажками. Вы давайте это попроще себя ведите немножко. Умники. Твою мать, да сколько вас там? Вы кто вообще? Чё
за садомия, я не понял. Вы кто, братцы? Это что за человек-лом? Не понял. Еще раз. Молодец. А, ты живой, что ли? Я не понял, вы кто? Родные, вы кто? Какие послушники? У них даже дропа нет. Вы кто вообще такие? Не понял. Что это за... Театр. А, театралы. Не понял. Легендарный театрал? Не понял я. Что за легендарные театралы здесь? Вы кто такие? Я, мне так-то насрать, но я... Понял. Я не понял. Вообще плевать, короче. Сталкер, иди своей дорогой, называется. Что-то какие-то ребята вообще просто бодрые. Да ну их. Региональный штаб-квартира Волтек. Слушайте, вот эту часть города вообще не лутал. Здесь вообще непонятно, что происходит. Здесь на каждом углу какие-то когти смерти. Тут надо порядок свой навести. Прям вот без рофла говорю. Здесь какие-то ребята вообще на негативе. Понял я. Чё? Откуда звуки? Ты кто, мать твою? Дикий, адский, мега нахрен гуль? Ты чё от меня хочешь, родной? Сука. Да ладно, кнопка на мышке сломал. Вы чё? Ёб твою мать, а! Господи, святые! Света Яковлева! Да почему я-то, блядь? Ой, бля... Оружие еще не перезаряжается. Игра, ты что, реально рофлишь, что ли, надо мной? Прикинь, маус 4 просто взяла и отвалилась кнопка. Я не рофлю. Кнопка, прикинь, на мыши просто отвалилась. Господи Иисусе! Как вообще? Что? Во! Вот она кнопка заработала. Слышали звук? Эта кнопка назад вернулась. Дайте мне поспать здесь где-нибудь. Подождите-ка, а если я вот здесь выйду? А если я здесь выйду, я смогу? Опа! Чики-брики. О боже, что не хватает, да? Сталь надо докупить. Одну ногу только... Нет, и то не починил. Просто экстренно нужно починить. Родной, стой. Мне нужна сталь. Давай, родненький, давай. Это что за бич сзади меня стоит? Так, стоп. Сталь. Вот это мне надо.
Аппетит, а у него, наверное, нету, ребят. Патрики на дробовик, здравствуйте. Прикиньте, у него, наверное, ребят, нету. Угу. У него даже хлама нет. Это чистый чувак, который продает этот. Ага. Вообще болты, пацаны. Окей. Окей. Так, хорошо, мне нужно где-то найти сталь. Что-то нужно подобрать, какую-то банку, санку, херанку. Вот это кто? Дейзи. У нее может быть что-то. Да. Так, а ну-ка, родная. Сталь родненькая, мне очень нужна сталь. А вот здесь может быть. Сталь. Так, сразу вот так вот мы сделаем. Оружие, одежда. Помощь. Шпилька, хлам, вот она. Бетон, сталь родненькая, опа. Ага, 250 единиц, на кой черт мне столько? Так, сейчас мы найдем, сейчас мы поштучно найдем. Масло, сталь, вижу. Раз. Сталь вижу, очень дорогая. Сталь, ковшечек, вот это то, что мне нужно. Кухонные весы, здравствуйте. Лопатка, здравствуйте. Что-то нужно подешевле. Вентилятор много весит. Черт с ним, ладно. Поехали. Сейчас вентилятор. Так, а ну-ка срыгнули все отсюда. Дядя Леша, что не видите тут? Колупает броню из вентиляторов тут. Слона тут собирает. Да ладно, еще что ли не хватает? А, все, их поставить надо. Поставить нужно. Все. Сейчас поставим R. На R, через R куда поставить, просто нужно броню. Ты моя хорошая, на скорей. Все. Ай, ты моя девочка. Но ноженьки, если бы я, получается, пешком бежал, ноги бы мне оторвало сразу, то есть меня бы сваншотили просто. Поехали. Я этим чертям не доверяю, ребят. Я его заберу просто с собой, броню. Так, срочно спальник. Где угодно. Стральник и спальник. Не знаю, где я это сделаю. Где же найти-то? Что это такое? Третий рельс какой-то. Где же найти какой-то... Вот он, отель. Не понял. Спасибо. Так, а ну-ка сдриснула женщина. Давай, родная, давай. Дядя Леша там приготовить нужно. А, хотя ладно. Отель, обязательно. Обязательно. Прям срочный сейф. Че угораете? Боже мой, неужели я эту миссию прошел? Братцы, кто на ютубе будет смотреть за старание, просто лайк. Что это такое? Готовность прийти на помощь клиентам? О, ясно. Ребята, вас не смущает, что у вас сзади робот стоит? Никого это вообще не смущает? Ох, ты новый клиент. Давай сразу к делу. Родная, комнату. Мне очень хочется. Комната на верхнем этаже. Как выйдешь в коридор, последняя дверь справа. Я сейчас во все загляну, не переживай. Это я люблю делать. Так. Я прям так спать буду. Я здесь никому не доверяю. Чего? Что за наедалово? Не понял. Где комнаты? Справа. Ку-ку. Так, баррикадируем шконку. Можно диван подвинуть? Не дай бог, я проснусь, не будет силовой брони. Я вам
чучу на мандрючу. Вот так вот поставим, чтобы все обосрались, все, кто сюда заходит. И блок ядерный я с собой выдерну. Вообще я здесь не доверяю никому. Я член братства. Все, да? Нифига себе, я не понял, чем я, что я подхватил здесь. Усталость, нет у меня никакой усталости. Проверяй. Нету у дяди Лёши никакой усталости. Вам требуется часто спать. Я тебя понял. Вообще без проблем. Поехали. Трехпалый ихтиоз Шлеймана. Прикинь? Ты видел? Вообще никогда ни на каких шконках не спите. Все, нет? Да в смысле? Да вы че? Я не понял. Во. А вот теперь у меня проблема. А водичка-то, ребята, закончилась. И где мне водички нацедить? Ну-ка, пойдем к родной. Надо было вообще в роботе спать, чтобы ничего не подцепить на этих кроватях. Прикинь, прям в роботе взял, лег, лежишь. Ну-ка, сдриснул. Спасибо, спасибо за саб. Так, все. Я засейвился. Боже мой, неужели я прошел эту миссию, а? Зачем вы с памяти вернись? Объясните мне, пожалуйста. Нет. Что-то мне подсказывает, что кто-то сейчас загрустит в чате. Я, конечно, не знаю, что мне это подсказывает, но прям что-то мне очень-очень-очень-очень-очень прям... Знаете, прям... Прям вот чувствую. Значит так, женщина. Охраняйте мой костюм. Вика Картер. Привет! Такс. Ну что ж. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.